Областное управление Министерства по надзвичайных ситуациях обвестило конкурс до Сусветного дня батьки. Удельникам пропонуют подрихтовать видеоролик протяглостью до одной хвилины. У им потребно показать суместный заняток батьков и детей любыми видами спорта и активного вольного часу. Працу треба дослать на адрес электронной почты Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с громадскостью. Журы будет оценивать синхронность выполнения практикования, их складанность, видовищность и креативность, а так само оригинальность костюмов. Видео принимаются до 18 червня. Гомельское областное управление МЧС в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» запустило конкурс, приуроченный ко Дню Отца, который состоится 21 июня. Мы надеемся, что участие в подобном конкурсе позволит активно проводить время родителям, прежде всего отцам со своими детьми.